И вообще, конечно, все интересно. Вот сейчас даже вот много твердителя добавил. Быстро будет вставать. У меня отец был такой любознательный, любопытный. Ему все, он очень много своими руками делал. Уникальные бывало станки, оборудование. То есть я даже покажу вам. То есть он много станков установил. Некоторые станки он просто придумал из головы. Вот, я тоже, у меня есть мечта такая сделать такой проект, который будет называться вот сделан своими руками, типа кустарные эти поделки. Потому что очень много людей наши делали своими руками, много всяких любопытных вещей. И можно было совершенно бы уникально сделать выставку интересную. Сделан своими руками. Вообще было раньше много передач, которые это вы можете. Я очень любил смотреть. Вот. Мне отец вообще с самого этого, как бы сказать, детства выписывал такой был журнал очень интересный. Назывался «Моделист-конструктор». Я уже ждал каждый номер, прямо это аж трепетал.